На первый домашний матч болельщики пришли с особой уверенностью на результат. Ведь «Саяны» стартовали в сезоне беспроигрышно. Просто уверен, что они выиграют. Реально выиграют. Но я ожидаю, чтобы они забили 20 голов. Первым гостем в нынешнем сезоне, как и в прошлом, стали армейцы из Хабаровска. Этим матчем в Хакасии открыли хоккейный сезон. Долго ждать голов не пришлось. На 7-й минуте счет открыли хозяева после розыгрыша углового. Через 5 минут СКА «Нефтяник-2» сравнял. Далее хабаровчане только оборонялись, не брезгуя нарушениями, за что были наказаны 12-метровым. К концу первого тайма «Саяны» вели уже 5-2, чем очень оживили болельщиков. Всем очень приятно, когда своя команда родная, во-первых, побеждает, а во-вторых, играют наши игроки. Надеемся, что выиграем, выйдем, еще раз выйдем в Суперлигу. При своих болельщиках это 12-й игрок, и с ними намного легче играть. Нужно забивать свои моменты, создавать, реализовывать и не давать сопернику ни одного шанса. Во второй половине встречи подопечные Евгения Баженова забили еще трижды – 8-2. Хабаровчане признались, хакасская дружина – один из фаворитов. Соперничество против них для дублирующего состава СКА «Нефтяника» – хорошая закалка. Мы их готовим для главной команды. И вот нам «Саяны» – это, конечно, тот соперник, с которыми они должны учиться играть. Главный тренер «Краснобелых» отметил, команда обновленная, сыгранности не хватает, но это поправимо. Лидерство в турнирной таблице, твердо говорит Евгений Баженов, останется за нами. Праздник удался, мне кажется, что первая игра, какая ответственность такая, понимаете. Где-то, может, кого-то и кто-то мандражировал. Вот. Поэтому, ну, победа есть победа, убедительная победа, я считаю. Следующую матчевую серию абаканцы опять проведут на родном стадионе. 13 и 14 декабря против команды «Восток» из Арсеньева. Начало в 19 часов. Максим Карамашев, Александр Сердюк, РТС.